Выглядят почти как масляные, но засыхают быстро. Местное, кашгарское, не то чтобы развлечение, мелкий художественный бизнес. Эти картинки рисуют акриловыми красками. И говорят, они не смываются. Рисуют тут же. Вот тебе и мастерская, а вот тебе сразу изделие. Чтобы нарисовать такую картинку, по 2 дня. Если картинка попроще, рисуют тут же, при тебе. Самое распространенное сложное изображение с исторической подоплекой. История языкознания в картинках. Махмуд Кашгари, пожалуй, самый известный в тюркском просвещенном мире. Писатель, этнограф, лингвист. И его жизнь почти неизвестная.